Привет, друзья! Где взять запасные прокладки для ножа сменные? Вот я себе приобрел. Значит, стоит вот этот пакетик, здесь 50 штук. Ну, я не считал. Ну, вот 200 рублей стоит. Вот, значит, китаец пишет, что это тефлон. Это не тефлон, это фторопласт. Ничего плохого в этом нет. Фторопласт лучше тефлона, потому что тефлон, он колкий. У меня тут есть запасные. Значит, у меня тут куча всего. Значит, у меня есть фторопласт, вот, по-моему, то есть полтора толщиной, это мне хороший человек дал. И есть прям совсем лепестки, по-моему, 0,1 или 0,2. И мне не хватало 0,5. Вот, значит, сейчас о чем я хотел сказать. А, вот, значит, тефлон, это вот что-то вот такое. Вот это, по-моему, тефлон реалстиловский, он колкий. То есть я вот так вот его трогаю, чувствую, что он может сломаться. Ну, может, мне это кажется, конечно, но я тефлон не люблю, фторопласт самое оно. Вот, значит, вот у него целая куча там разной толщины. Я заказал себе 0,5, вот такие мелкие. Почему 0,5? Потому что если мне нужно будет толщина больше, я просто сделаю бутерброд, несколько положу. Так даже лучше, потому что, ну, крыса, например, на бутерброде идет, прекрасно открывается. Вот, значит, у меня на китайском Осборне было... что-то у меня грязище такое, ого-го. Значит, была 2-миллиметровая, я их убрал и поставил с одной стороны 2, с другой стороны 1. Одну. То есть я сначала по 2 поставил, слишком много. И теперь у меня механика вообще супер. Великолепно. Фторопласт, он очень многое прощает. Даже если там чуть-чуть не попадете, все равно он прощает очень многое. Он притрет, очень хорошо работает со смазкой. Прям, ну, это, в общем, такой мыльный материал, очень хороший. Прям. Ну вот, надеюсь, было интересно. Также прокладки эти можно купить. Но там они толстые, 2-миллиметровые можно купить просто в сантехнике. Там прокладки для труб есть тоже из фторопласта. Но вот такие вот мелкие, ну тут 200 рублей. И все, их там 50 штук заказал и не думаешь об этом. Надеюсь, было интересно. Вот решение хорошее, на мой взгляд.